невероятным размахом и новогодним задором. Впервые в Гродно проходят съемки развлекательного проекта «Караоке Баттл». Организаторы шоу – Гродненский культурно-развлекательный и выставочный центр и телерадиовещательный канал «Гродно Плюс». За звание лучшего певческого коллектива сражаются 12 команд предприятий города. Среди них нет профессиональных исполнителей, зато есть желание продемонстрировать свои таланты. Фармацевты, менеджеры, строители, инженеры и слесари на протяжении месяца готовили концертные номера, чтобы потом удивить профессиональное жюри и завоевать путевку в финал. Джаз и народные песни, рок-н-ролл и регги. Участников не ограничивали в выборе репертуара, и на протяжении двух полуфиналов на сцене звучали песни разных жанров и в различных интерпретациях. В итоге шоу талантов получилось невероятно зажигательным и весьма острым по накалу. И хотя по условиям конкурса в финал из 12 команд должно было выйти 6, согласно симпатиям зрителей, да и баллам жюри, в итоге выбрали 7. Сейчас у участников караоке баттла небольшая передышка, после которой им предстоит еще один репетиционный период. На этот раз тематику песен им предложили организаторы, и в финале зазвучат исключительно новогодние композиции. Если во время отборочных туров жюри оценивало лишь исполнение, в этот раз конкурсантам предстоит показывать полноценные номера. Важна будет каждая деталь – костюм, манера поведения, танец и, конечно, голос. Белое рассвет, черное обман, и уснувшие дома, алое огонь, серая зала, и день, в который ты ушла. Финал караоке баттла состоится 6 декабря. Он будет проходить в открытом формате, а потому прийти и поболеть за коллег и друзей могут все желающие. Кроме того, как звучат гродненские врачи, юристы и слесари, можно будет не только услышать, но и увидеть на телеканале «Гродно Плюс». Телевизионная версия первого в Гродно караоке баттла будет транслироваться на 112 канале. 23 и 24 декабря можно посмотреть полуфиналы. А вот узнать, как разрешилась главная песенная интрига года в Гродно, можно будет 31 декабря на нашем телеканале.